Плохи дела у нашего мальчика. Утром его переведут в СИЗО. Ну, значит, для полиции это дело решенное. Они не будут искать настоящего убийцу. Опять хочешь поиграть в сыщиков? Ну, а что мне делать? Ждать суда и носить Виталику передачки? А потом надеяться на лучшее? Ой, ну, пожалуйста, только не курите эту гадость при мне. Видишь, зожница моя сюда добралась. Заботиться о моем здоровье, значит, любит. Диана, ты можешь ответить мне на один вопрос? Только честно и без обид. Ты не допускаешь мысли, что Виталий действительно убил Светлану? Нет. Я его знаю. Знаешь или доверяешь? Это разные вещи. Вот мне казалось, что я тоже знаю свою вторую супругу, пока не застал ее с нашим поваром в подсобке. Я думал, что я ее знал. Оказывается, нет. Я ей доверял. Ну, потому что вы ее любили. Я понимаю, о чем вы. Нет, я не люблю Виталика. Это мой друг. Но сейчас он за меня в тюрьме. Я понимаю, тебя не остановить. Что от меня требуется? Вообще-то, мне бы встретиться со следователем, который вел дело об убийстве отца Светы. Зачем? Разузнать побольше об этой истории, Морфея. Михеев опирается на нее. Если мы докажем, что обвинение в адрес Виталика беспочвенно... А, то есть ты хочешь доказать, что у Виталия не было мотива убивать Свету? Это умно. Можем попробовать. Виталий Савин – настоящий герой нашего времени. Профессор медицины и блестящий хирург, который каждый день спасает человеческие жизни. Щедрый филантроп, основавший собственный благотворительный фонд врачей. Вместе с группой волонтеров Виталий обеспечивает гуманитарную помощь странам третьего мира. Виталий заслужил счастье и нашел его в лице прекрасной Светланы, орнитолога и борца за экологию. Но их счастливое будущее оборвалось, так и не начавшись. Светлану убили, а вину за преступление повесили на Виталия. Почему же? Ну, и что это за народное творчество? А это пиар-компания в защиту Виталика. Я всю ночь монтировала. Тебе не нравится? Комментарий почитай. Ага. Это же тот самый врач, который пациента усыпил. Точняк, Морфей. Сначала отца угробил, потом дочку. Блин, я вообще просто забыла про эту историю с Морфеем. Угу. Зато теперь ты всем напомнила о ней. Они же из Виталика просто какого-то демона делают. Как это удалить? О, подожди, я сама. Все, удалила. Диан, извини, ну, я не специально. Не специально. Вот ты так всегда, с самого детства. Заваришь кашу, мне потом расхлебывать. Я помочь хотела. Если ты хочешь помочь, займись своими прямыми обязанностями. Найди нам новых клиентов. Это я тебе сейчас говорю не как старшая сестра, а как твоя начальница. Хорошо, босс. Пошла работать. Угу. Да, Идаки. Пока. А? Вы что-то нашли? Нашел. Следака, который вел дело отца Светы, зовут Григорий. Синицын. Капитан в отставке. Ну, на пенсии. Я все его контакты сбросил тебе на почту. Спасибо. Евдоким. Ой, извини. Мне надо идти. Ну, дегустация блюд для свадьбы. Ты чего там застрял? Дела. Борис? А вам телефон вернули? Что? Сегодня вечером? За совами понаблюдать? А почему нет? Тем более, немного позитива мне сейчас не помешает.
Какое-то место странное, никого нет. Нормальный ресторан нельзя было арендовать. Я не хочу, чтобы кто-то отвлекал нас от экспириенса. Экспи что? На молодежном языке это означает опыт. Знание молодежного сленга не Пожалуйста. Делает вас моложе. Это что, специи? А где еда? А это и есть еда. Точнее, сухой, безглютеновый, дистиллированный вкус еды. А у них больше ничего нет? А что вы хотели? Это же экспериментальная кухня. Нереальные вкусы. Космос. По-моему, просто сода. Ничего не чувствую. Привыкайте. Экспириенсы нынче в тренде. Хватит трындеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий Синицын? Да. Меня зовут Диана Евсеева. Диана Евсеева? А, душегубка Диана. Я вот только что читал о вас в газете. Душегубка я для родных и близких. А так можно просто... Диана Дмитриевна, мне нужно с вами поговорить о... Ну? Деле Морфея. О деле Морфея. И вы туда же. Утром полицейские меня тоже о нем расспрашивали. Арестован невинный человек, и вы должны ему помочь. Я никому ничего не должен. Я на пенсии. Ну, может, мы с вами как-то договоримся? Предлагаете взятку должностному лицу? Ну, вы же на пенсии. У меня внучка замуж выходит, хочет грибоедовский ЗАГС, а у них очередь на 2 месяца вперед. Mm-hmm. Иногда на 3. Я смогу организовать вам регистрацию в грибоедовском ЗАГСе, если вы мне расскажете подробности смерти Геннадия Фирсова, отца Светланы. Да нечего рассказывать, дело висяк. Фирсова убили у него в палате. Свидетелей нет, улик нет, мотивов нет. Ну, как-то маловато для грибоедовского. Может, вы вспомните какие-то подробности? Просто любая мелочь важна. Может быть, табак? Во рту жертвы криминалисты нашли жевательный табак. То есть он жевал прямо перед смертью? В статьях ничего об этом не писали. Ну, а чего об этом писать? В табаке яда нет. Фирсов умер от передозировки морфием. Еще вопросы? Да. А у вас были конкретные подозреваемые? Ну, кроме Виталия Савина. Да все. О, нет, спасибо. И работники больницы, и посетители, и даже жену Фирсова расспрашивали. Жену Фирсова? Маму Светы? Она что, жива? Ну да. А почему это вас так удивляет? Ну, потому что Светлана рассказывала, что она давно мертва. И что она сказала о смерти своего мужа? Да ничего. Во время убийства ее вообще не было в городе. Вы мне поможете ее найти? А вы про грибоедовский ЗАГС не забудете? Здравствуйте, гражданка Фирсова. Простите, что я вас снова беспокою. У меня к вам есть еще пара вопросов. Я уже сказала вам. Все вопросы о Свете не ко мне. Да-да, я помню, вы с ней год были в ссоре. А... Кстати, так и не сказали, почему. И не скажу. Это семейное дело. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Да, я понимаю, вам тяжело, но ваши показания помогут прижать нам убийцу Светы. И, возможно, вашего мужа. А Гена здесь при чем? У нас есть все основания полагать, что их со Светой убил один и тот же человек. Виталий Савин. Что? Жених Светы? А вы можете мне рассказать о последних днях вашего мужа? Перед смертью. Ему никто не предлагал, ну, скажем, облегчить страдания. Возможно, сами. Я не посещала мужа в больнице. Я не могла смотреть на его страдания. Если уж на чистоту, убийца сделал ему одолжение.
Так бы он мучился целыми неделями, а тут пожевал своего любимого табачку и мирно уснул. Пожевал любимого табачку, говоришь? Я не знаю, кто его убил. Савин или еще кто-то другой. Я ничем не могу вам помочь. Да и смысл. Поимка убийцы не вернет мне семью. Майор, вы, оказывается, активный следователь. Я думала, в вашем положении сидят в кабинете и раздают приказы. Ну, у меня свои методы работы. А что здесь делаете вы? Приехала выразить соболезнования скорбящей матери. Впрочем, хорошо, что вы здесь. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Прогуляемся? А, вам нужна моя помощь. Неофициально. Если вас просят, этого разговора не было. Вы можете поговорить с Виталием и узнать у него любимую марку табака Фирсова? Почему вы сами это не сделаете? Ну, потому что он с вами молчанку играет. Я с ним общаюсь только через Баринова, вашего адвоката. То есть вы хотите, чтобы я собирала улики против Виталика? Скорее наоборот. Я начинаю думать, что Виталий не причастен к смерти Фирсова. И в этом нам поможет табак? Гражданка Фирсова на эмоциях сболтнула, что ее муж перед смертью жевал свой любимый табак. Не какой-то другой, а именно свой любимый. Откуда она могла знать об этом, если она не навещала его в больнице? Даже следователь Синицы не смог распознать эту марку табака. Только если она сама соучастница преступления и дала ему этот табачок напоследок. Это пока рабочая версия. Ага. Но опровергнуть ее, либо доказать, официальными методами у нас пока не получается. Только поэтому я прошу вас о содействии. И какой у вас план? Это будет как провокация? Или как это у вас называется? Ну, что-то вроде этого. Но вы должны четко следовать инструкциям. Ничего лишнего. Иначе вы можете подвергнуть себя опасности. А, ну, это мило с вашей стороны. Вы гражданское лицо. Я не могу подвергать вас риску. А! Так, похоже, наша прогулка подошла к концу. Ну что ж, о своем плане я вам расскажу по дороге обратно. Да вы джентльмен. Замри. О, клевый ракурс. Да-да-да, оставь. Здравствуйте. Вы что здесь делаете? Ну, а как вы думаете? Мы хотим устроить свадьбу. Серьезно? Угу. Диана? Константин. А это моя лучшая половинка, Юлия. Очень приятно. Добро пожаловать. В мастерскую счастья. Проходите. Крутяк. Душегубка Диана собственной персоной. А, я так понимаю, вы о нас уже читали. Поэтому мы к вам и пришли. История с убийством добавит нашей свадьбе остроты. Особенно, если организацией займется сама убийца. Ну, спешу вас разочаровать. Я никого не убивала. Диана. Не отказывайтесь. Мы очень хорошо заплатим. А еще мы поможем вашему агентству и вам лично восстановить репутацию. В тусовке наше мнение очень ценится. Очень ценится. Так вот о чем я. Нет, вы знаете, Динка, она очень хорошая. Я ее очень люблю. Но иногда она меня просто бесит. Ей же вообще ничем не угодишь. Вот я ее постоянно выручаю. Она хоть раз мне спасибо сказала, когда перед свадьбой Шишкиных она заболела. Кто ее подменял? Я. Когда ей нужны были вот эти вот птичьи исследования. Кто их выкрал? Правильно, тоже я. Подождите. И что ж получается, вы отдали мою работу полиции? Простите, Борис, но мы просто думали, что вы были убийцей. Но вы просто выглядели очень подозрительным. Правда, но это уже в прошлом. Да, теперь все понятно. И правда, как такой красивой девушке может понравиться зануда вроде меня? Честно, ну, вначале мне и правда было скучновато. Вот. Но потом я втянулась и купила эту книжку по орнитологии. Да ладно. Правда. Борис, скажите, а вы… Подождите, Надя. Надо обратной стороной. Вот так. Хорошо. Не бойтесь. А вы давно изучаете сов? Да, уже давно. Как говорила Света, природу невозможно изучать в кабинетах. Кстати, о Свете. Ваша сестра еще продолжает свое расследование? Она хочет помочь Виталию. Типа по большой дружбе. Но
Я-то знаю, что она по нему сохнет. Иначе она не стала бы так париться. Вот как. И как успехи? Не знаю, она мне не отчитывается. А почему вы интересуетесь? Надя, а что мы все на «вы» да на «вы»? Может быть, перейдем на «ты»? Здрасте. Спасибо. Привет. Привет. Я тебе принесла твой любимый восточный фастфуд. Мне его отобрали. Все еще помнишь? И все еще не одобряю. А ведь в это время я должен был находиться со Светой на Мальдивах. Виталик, потерпи еще чуть-чуть, мы тебя вытащим. Меня обвиняют в убийстве женщины, которую я любил больше всего на свете. У меня есть план, как тебе помочь. Ты помнишь марку табака, которую жевал отец Светы? Кажется, «Бурый медведь». Точно, Света мне о нем говорила. У нее даже коробок сохранился. Как это мне поможет? Вот, еще один вариант. Мне кажется, вам может подойти. Ну, это скучно. Да? А. Диана Дмитриевна. Извините, я на минуточку. Жевательный табак «Бурый медведь». Как и просили. Ага. Значит, прикрепишь эту записку. Здесь есть адрес. Отправишь курьером. Сегодня же лично в руки. Лично. Понял. Давай, спецагент, быстрее. Ну, он вам, конечно, немного великоват, но если подогнать по фигуре, будет вполне себе. Ну, какой-то он слишком стандартный. Угу, и скучный. Угу. Хорошо, подберем еще варианты. Проходите, пожалуйста. Я пока возьму перекусить что-нибудь. Хорошая идея. Засаде. Вас же видно. Вы что здесь делаете? Я вам сказал отправить табак и записку, дальше я сам. Вы сериал насмотрелись про полицейских, что ли? Ну, вообще-то я тоже имею право посмотреть, что у нас получится. Садитесь в машину быстро. Если что, закройте меня своей широкой грудью и получите на нее медаль. В машину, я сказал. Это глупая идея. У нее железное алиби, она не виновата. У нее должен быть сообщник. И она его сегодня сдаст. Если она придет, она автоматически подтвердит свое соучастие в убийстве. Если она придет. Она придет. Ручки протереть не хотите? На секундочку. Алло? Да? Ага. Да, хорошо. Сейчас подъеду. Надюш, мне нужно срочно уехать. Маме плохо. Вызвали скорую. Господи, что с ней? Я надеюсь, ничего страшного. Скорее всего, паническая атака. У нее уже такое было. Ну, хочешь, я с тобой поеду? Да нет, что ты. Давай я тебя отвезу, а потом поеду. Хорошо.
музыку любите слушать? Улика номер 3. Пудреница черная. Это все детали по делу. Регулярное прослушивание помогает держать все улики в голове и подмечать новые. Нестандартный подход. Да, у меня очень много профессиональных методов. Очень много. Вам бы только гардеробчик поменять. Послушайте, а что вы ко мне прицепились? Обе! Что вам до моего гардероба, я не понимаю. Ну, мне просто интересно, почему вы в кабинете бардак, выглядите неопрятно. От вас же люди шарахаются. Пусть шарахаются. Меньше людей, меньше проблем. Ну, понятно, понятно. Вы из тех обиженных на весь мир. Интересно, кто же это у вас так? Ну-ка. Коллеги подставили? Или друг предал? А может, жена бросила? Ну почему? Я был очень образцовый семьянин. И образцовый полицейский. Как в ваших любимых сериалах. Вам бы точно понравилось. Просто образ поменялся. Поменялся и все, да. Я поймал напарника на подтасовке улик. Хотел взять его сам по-тихому. А он оказал сопротивление, подстрелил меня. А вот пока я лежал в больнице, от меня жена ушла. Сказала, что надоело за меня переживать. Простите, Сергей, я не знала. Давайте без сантиментов. Вы меня спросили, я вам ответил. Я вообще больше не вижу смысла ни в семье, ни в друзьях. И теперь я живу так, как мне удобно. Это понятно? Выходим, выходим. Не ждали? Что это за глупый розыгрыш? Позвольте. Так. Полиция расследует убийство твоего мужа. На нас могут выйти. Срочно нужен план. Встретимся сегодня в полночь. Это был ваш план? Кто-то мне прислал, а я не знаю, кто. Да, и вы пришли встретиться неизвестно с кем. Посреди ночи в безлюдное место. Ваше появление здесь подтверждает наше подозрение. Получается, это вы убили своего мужа. Он так страдал. Врачи сказали, что ему осталось не больше месяца. А Света верила, что он поправится. Поэтому вы с ней поссорились. Она не хотела убивать своего отца? Это было не убийство. Это было спасение. Только она не поняла. Она меня возненавидела. Она порвала все контакты. Но не сдала вас в полицию. Да, потому что, наверное, в глубине души она понимала, что я права. Хотя теперь это уже не имеет никакого значения. Нет, это важно. Если она все знала и нашла доказательства, получается, ее убил ваш сообщник. Тамара? Тамара Грачева? Это медсестра из больницы Виталика. Нам сюда. Здравствуйте. Здрасте. Полина, а где Тамара? Она колет обезболивающее пациенту. Сейчас подойдет. А, извините, можно? Улика номер 8. Склянка медицинская. И что? Кто имеет доступ к лекарствам? Только медперсонал. Да вы что творите? Секунду, извините. Вот теперь у нас есть склянка с отпечатками гражданки Шульгиной. Пожалуйста. Именно так подставили Виталика. Он просто взял и выкинул склянку, а убийца в перчатках ее поднял. Это же гениально. Я бы сама не додумалась. Добрый вечер. Это она. Я знаю. Гражданка Грачева, а вам придется пройти со мной. Послушайте, у меня смена, пациенты. К пациентам вас лучше не пускать. Маргарита все нам рассказала. Как вы убили ее мужа, а потом требовали деньги за свои услуги. Вот же стерва-то, а? Послушайте, послушайте, это она все спланировала. Она просто так меня умоляла, чтобы я усыпила ее мужа, но я не могла отказать. Вы представляете, она мне даже дала его любимый табак, ну, чтобы он перед смертью пожевал, пока я морфий ввожу. Пройдемте. А Света узнала об этом и нашла доказательства.
Вы убили гражданку Фирсову? Что? Да вы чего? Я же со свадьбы уехала задолго до того, как Света погибла. Хорошо, мы проверим ваше алиби. А пока вы задержаны по подозрению в убийстве Геннадия Фирсова. Пройдемте. Отпустите меня. Пройдемте. Да отпустите, я как лучше хотела. Разберемся. Ну что? Алиби Грачева подтверждается, она не убивала Фирсову. Да, но зато подписала признание в убийстве ее отца. Значит, вы можете выпустить Виталика из СИЗО? Ну, не знаю, поговорите с барином, может, он сможет добиться его освобождения. Спасибо, спасибо вам. Там еще кое-что. Грачева рассказала, что у Фирсовой с Савиным произошел страшный конфликт 2 месяца назад. По ее словам, Фирсова даже съехала от него на пару дней, а вот Савин об этом не упоминал. Ой, ну и что? Ну, это вряд ли имеет к убийству какое-то отношение. Это же было 2 месяца назад. Ну, всякое может быть. Ну, может. Ладно, спасибо. До свидания. Зачем вы ей помогаете? А, да, она не успокоится, пока не освободит своего Савина. Еще неизвестно, к чему ее похождения приведут. Она пострадает, а нам потом отвечать. Хотя вот следователь из нее неплохой. Привет. Ну, наконец-то. Я тебя уже полчаса жду. Прости, полицейские дела. Возможно, я вытащила Виталика из СИЗО. Mm-hmm. Ну, это наверняка потому, что я не путалась у тебя под ногами. Можешь не благодарить. Кстати, насчет этого. Прости, пожалуйста, я погорячилась. Ладно, забыли. Обычная семейная ссора. Ну, я даже почти не обижаюсь. Ладно. Мне на ресепшене сказали, что тебя сегодня Борис подвез. У вас там как... Ну, вроде как, да. Ну, хотя, может, не факт, что это хорошо. Ну, знаешь, он себя очень подозрительно ведет. Какие-то постоянные звонки с непонятного номера от некого Дрозда. И главное, что когда он ему звонит, то он постоянно куда-то отходит. А когда я спрошу, а кто звонил, у него каждый раз новый ответ. Мама, коллега, друг. Ну, может, ему мама и коллега, и друг. Может, я тут подумала, может, Боря и правда как-то замешан в убийстве Светы? Надь, ну у него алиби. Я же не говорю, что Боря сам убивал. Может, убийца Дрозд, а Боря для него шпионит. Пожалуйста, не накручивай себя, все в порядке. Здрасте. Здравствуйте. А, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Сергей, только не говорите, что вам снова нужна моя помощь. Не буду. Я к вам пришел по другому поводу. Пиджак, рубашка. Вы на свидание собрались? А от вас ничего не спрячешь. Вы согласны? А, то есть со мной? Да. Знаете что? А я согласна. Даже интересно посмотреть, что для вас значит романтическое свидание. Вам понравится. Я так думаю. Сколько можно ждать? Всех голубей распугали. Ну, что у вас за вопрос жизни и смерти? Алиса хочет подводную свадьбу. В смысле подводную? Ну, свадьба под водой, с аквалангом. А никогда с аквалангом не нырял, в жизни не нырял. Ну, в мои-то годы. Ну, а вы-то ей говорили об этом? Нет. Я ж не могу ее разочаровывать. Она считает меня мужчиной, ну, как вам сказать, в полном расцвете сил, седовласым богатырем, можно сказать. Поверьте, Евдокия, никто вас богатырем не считает. Да это вы не считаете. Вы вообще не способны оценить настоящего мужчину. Вы с вашей старческой катарактой. Сказал старичок сердечный. Послушайте, добрая женщина, не первой свежести.
Ну, вы знаете, во всяком случае, эта женщина не первой свежести умеет плавать с аквалангом. Вам это умение может пригодиться на вашем болоте. Кстати, вам пора туда, по-моему. Тут избушка бегала на курьих ножках, вас искала. Ну, как-то определитесь, я кикимор болотный, либо объега. И то, и другое вместе. А, знаете что? Я очень давно не погружалась. Давайте пройдем обучение вместе. Вы сделаете это ради меня. Ну, я же ваш свадебный агент. До свадьбы вы под моей ответственностью. Я не хочу из-за вас в тюрьму садить. Спасибо. Добрая вы моя женщина. Не первой свежести. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ну что, теперь я понимаю, почему вы такой спокойный. Снимает стресс. Хорошо. Да. Кстати, неплохо для новичка. Я думаю, что вам серьезно стоит задуматься о карьере в полиции. Заманчивое предложение. Но, боюсь, я не могу бросить свое агентство. Вы любите приносить людям счастье. Не без этого, конечно. Хотя свадьба – это так, отправная точка. А потом наступают суровые семейные будни. Знаете, сколько у меня клиентов женится по два, по три раза? А баринов вот шестой раз придет жениться. Да? А вы? Вы ищете свое счастье? Или одиночка по жизни? А вы сами как думаете? Ведь составлять психологический портрет – часть вашей работы. Легко. Ваш отец был военным в высоком чине, и я думаю, что честолюбие вы унаследовали именно от него. Как и дисциплина. Правильно, да. Я папина дочка. Плюс вы старшая дочь. Значит, привыкли отвечать за младшую сестру. Боитесь расслабиться. Все держите под контролем. Сторонитесь близких отношений, потому что близкие отношения контролировать нельзя. Я думаю, вы это поняли на своем горьком опыте. Скорее всего, не на одном. Ну, тогда мы с вами диаметральные противоположности. Вы плывете по течению, а я боюсь упустить контроль. Да, но все-таки у нас с вами есть одна общая черта. Какая? Мы помешаны на работе. Ну вот. Я живу по расписанию Дианы Дмитриевны. Она работает, я работаю. А работает она практически постоянно. Поэтому я уже забыл, когда высыпался. Аналогично. И никакой личной жизни. А, то есть вы ни с кем не встречаетесь? Ну, извините за нескромный вопрос. У вас никого нет? Просто если нет, мы могли бы найти какое-то окно в наших графиках и встретиться. Боюсь, что кто-то есть. Михеев? Ну, у нас с ним вряд ли что-то получится. Он воспринимает меня только как коллегу. Может, вам как-то заявить о своих чувствах? Ну, сделать ему какой-то подарок? Я не знаю. То, что он оценит. Ну что? У него нет никаких увлечений, кроме работы. Я знаю. Сейчас. Вот. Наушники. Да, но это не просто наушники. Это Диана Дмитриевна попросила купить. Это наушники с костной проводимостью. Вы же сказали, то, что ваш Михеев постоянно ходит в наушниках и не слышит ничего вокруг. А эти наушники крепятся на скулы и совершенно не подавляют внешние звуки. Степан, это же гениально. Это же то, что нужно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант Бегунова, какими судьбами? Нужна ваша подпись. Нужно зафиксировать ваше участие в расследовании. Дело Фирсова. Записали вас как свидетеля. А, конечно. Вот здесь, пожалуйста. Спасибо. Степан, вам большое спасибо за идею. До свидания. До свидания. До свидания. Степа, я не помешала? Нет, нет, мы по работе общались. А-а.
Беременная невеста. Кажется, я знаю, кто убил Свету. Посмотри. Полина целый день пьет только сок и воду. Никакого алкоголя. Еще вчера в больнице я заметила у нее на лице акне. Но она замазывала его тональником. А самое главное, округлился животик. Она беременна? Примерно второй месяц. А вы вот так вот на взгляд можете срок определить? Степ, ты забыл, где мы работаем? Ну, сколько у нас беременных клиенток было? Ну да. Но беременность не делает ее убийцей. Тамара рассказала, что примерно 2 месяца назад Виталик со Светой сильно поссорились. А вдруг это из-за Полины? Если Виталик отец ребенка, то у Полины есть мотив. Убрать конкурентку, чтобы Виталик остался вдовцом. Ну, а как тебе местечко? Мне очень понравилось. Может, тогда возьмем за правило совместные завтраки? Ну, может быть. А у тебя какие планы на сегодня? Я продолжаю поиск новых клиентов. У тебя случайно нет знакомых, которые собираются жениться? Извини. Алло? Да? Да, хорошо, сейчас подъеду. Срочно вызвали на работу, проблемы с конюком. Бедная птичка, уже вторую неделю ее выхаживаю. Ну, я побежал. Я буду скучать. Пока. Ну, беги, беги, спасай свою птичку. Знаешь, я уже соскучилась. Ой, пока. Пока. Диана, у вас что-то срочное? А то мне пациента на рентген вести. Полин, я знаю, что вы беременны. Давайте отойдем. Да вы не переживайте. Мне Виталик сам рассказал. Он не мог. Я ему еще ничего не говорила. Но он же доктор, врач. Сам догадался. Тогда почему он молчал? Это я не знаю. Сами разберетесь. У вас сейчас другая проблема. Полиция рано или поздно узнает о вашей беременности. Начнут вас подозревать. Но я не убивала Свету. Полиция может посчитать по-другому. Аргумент весомый. Поэтому мой вам совет. Ради себя и ребенка. Расскажите ему об этом сами. Ну или это могу сделать я. Что? Только попробуй. Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься? Хочешь Виталия вернуть? Полин, успокойтесь. Только вот беременна от него я. Он получит то, о чем давно мечтал. А что ты ему можешь предложить? Ты свой шанс упустила. И не моя вина, что ты такая дура. Если вы хотите привязать Виталика ребенком, то дура вы. Здравствуйте. Новые технологии. Ух ты. Слушай, здорово, да. Нравится? Ну, теперь, по крайней мере, будешь слышать, как к тебе обращаются. Здорово. Давно хотел купить себе такие. Да? Спасибо. Я рада. Здрасте. Бегунова, представляешь, вот Диана нашла нам новую подозреваемую. Опять? Ну, я побегу уже. Да. До свидания. До свидания. Диан, даже не знаю, как тебя благодарить. Ты мне правду лучше расскажи. Про вас с Полиной.
За 2 месяца до свадьбы был корпоратив. Секс по пьяни. Как об этом Света узнала? Какой-то доброжелатель прислал ей фотографии. Полину там не очень видно, а я во всей красе. С трудом удалось убедить Свету, что это чей-то розыгрыш, фотошоп. Надо было полиции рассказать про Полину. Чтобы Михеев использовал эту историю против меня? Мол, я убил Свету ради Полины? Полина, конечно, стерва, но не убийца. Ну что ж, я тебя поздравляю. Ты скоро станешь папой. Что? Полина? О, Господи. Ясно. Значит, она и правда тебе этого не говорила. Диана, послушай, я... Нам больше не о чем разговаривать. А, простите, можно вас на минутку? Да, конечно. Спасибо. А не могли бы ответить на парочку вопросов касательно убийства Светланы Фирсовой? Я уже отвечала на ваши вопросы. А у нас появились новые. Полин, я знаю, что вы беременны. Мне Виталик сам рассказал. Он не мог. Я ему еще ничего не говорила. Ну и каков был план? Убить Фирсову, подставить ей все ее, а потом вернуть Савина? Мне не нужно было убивать Свету для того, чтобы их развести. Все произошло бы само собой. Да? Интересно, как? Света бы сама его бросила после теста на отцовство. Только вот, к сожалению, его можно делать только с 9-й недели. Да, но у вас нет алиби. А у вас нет улик против меня. Лейтенант Бегунова слушает. Ну что ж, тогда мы поговорим с вашим женихом Никитой Киселевым. Может быть, он как-то дополнит ситуацию. Не надо впутывать Никиту. Товарищ майор, на Надежду Евсееву напали. Она в больнице, ее оперируют.